Друзья, один из самых интересных стендов на Russian Grill Fest это, конечно же, сибирский стенд компании TMF. Здесь представлено пока немного продукции, но явно компания движется в правильном направлении и представляет новые изделия, на которых можно готовить вкусную еду. Давайте посмотрим, что они привезли на свой стенд и пробежимся быстро по продукции. Своими блестящими боками призывает всех заходить на стенд Нельма. Нельма Лайт, Нельма Коптильни. Барабек, гриль с печкой под казан. Многие сибиряки ее полюбили за то, что ее можно использовать на небольших дачных участках. Она очень компактная и многофункциональная. Конечно же, куда без мангала Жарден. Это, пожалуй, самый элегантный мангал на отечественном рынке, который просто может служить элементом декора вашего дачного участка. Печь под казан Зухра и одна из самых старых печей компании TMF, которую они производят уже больше 15 лет, это печь Дуплет. Портативная дровяная варочная печь. Конечно, они привезли еще продукцию, которая, в принципе, хорошо представлена и у нас в Фарнаксе. Это печь Мангазея, о которой мы снимали обзор не так давно, как только она появилась. Это и куркума, печка под казан. Очаг-жаровня Неандерталь. Парочку печей из семейства Статики. Ну и, конечно же, куда без огонь батареи. Тематика Грильфеста на первой линии. Барабек. Что-то очень вкусное готовится в этом казане. Ну и здесь коптится рыбка. Дорогие друзья, в очередной раз мне очень жаль, что наша камера не передает того запаха, который царит на этом чудесном мероприятии. Но я уверен, что каждый из вас сможет его воспроизвести на своем дачном участке, если приобретет что-либо из ассортимента компании TMF для того, чтобы приготовить у себя на даче очень вкусное, очень горячее и сытное блюдо. За печами для приготовления на открытом огне TMF ждем на сайте farnax.ru, ну и в гости в магазин Farnax в городе Новосибирске. Ну а я пошел дальше изучать ассортимент продукции, представленной на Grillfest.